Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill The Room. И мы находимся в своей квартире. Как это ни странно для этой игры. В общем, что я хочу сказать. Все очень плохо в последней серии. Что-то непонятное атаковало Айлин. И теперь ее увезли на скорой. Будем надеяться, она жива. Но после нехитрых манипуляций мы завершили свои действия в мире квартир, апартаментов. И открыли новый портал, который ведет нас в непознанное, в неизвестное. Давайте же двинемся туда. Куда она приведет меня на этот раз? Алин, надеюсь, с ней все в порядке. Жутко, на самом деле, то, что произошло с Алин, и то, что было вообще в мире апартаментов. Этот длинноволосый мужчина, который, судя по всему, Уолтер Салливан. Этот маленький пацан, который, судя по всему, Уолтер Салливан. Или эти постоянно лезущие призраки. Операционная, что ли? Морг. Циркулярка? Какого хрена происходит? Ну, мать. Хватает топор. Он даже идет к нему как-то жутко, да? Ну, Генри, не будь дурак, убежал. Хотя, по сути, я считаю, что надо было вломить этого непонятного парня. Но, видимо, в его взгляде было что-то настолько жуткое, что Генри не совладал с собой. Я бы, честное слово, отоварил бы этого непонятного мужика, потому что он уже в печенках сидит со всей этой психоделикой. Так, ладно, прощайте, поганые полумухи, полунасекомые. И мы в больнице. Ой, что это было? Давайте попробуем. Ой, ты рыгаешь? Офигеть. Спокойно. Это та самая дама встала, что ли? Или смотри, шевелится еще? Все? Офигеть. Операционный стол. На нем что-то накрыто окровавленной тканью. Мне даже не хочется себе представлять, что может быть под ней. И среди прочего хочу отметить, я просто люблю, блин, эту игру, потому что, офигеть, она реально умеет удивлять. И вот эта вот больница, это, по-моему, самая сюрреалистичная больница из всех, что были в Silent Hill, по крайней мере. Здесь странный предмет в форме человека. Это, по-моему, жутковато. И эта циркулярка, он там лежит, это же... Павлиный операционный стол. Тот парень. Господи, что он тут делал? Так, похоже, здесь ничего нет. Ладно. Пошли. Пока что я вижу, что местные монстры как-то не слишком активно оказывают сопротивление. Так, ну хорошо, давайте по часовой стрелке, как обычно, все по порядку исследовать. Не поддается. Хорошо. Тут полно всяких медицинских принадлежностей, но я не знаю, что с ними можно сделать сейчас. И я не знаю. Так, что-то... Что это? Нож для бумаги взять? Конечно, взять. Довольно трудно использовать как оружие, но мы возьмем, возможно, нам он пригодится для решения какой-нибудь... Иной задачи. Эйлин,
Я только хотел сказать. Ну ладно. Ты еще жива? Только хотел сказать, мы, наверное, находимся в этом мире только потому, что сюда увезли Айлин. И мы попадаем в альтернативную версию этого госпиталя. В нормальном мире где-то здесь лежит Айлин, в альтернативном у нее большие проблемы, судя по всему. Но здесь полно чистых бланков с надписью «Госпиталь Святого Джерома». Это ведь недалеко от моего дома. То есть это не в Сайленхилле, насколько я понимаю. Так, новый документ. Я потеряла ключ от палаты Айлин Галвин. Она была пациенткой, доставлена с тяжелыми ранениями. Возможно, я оставил ее в какой-нибудь другой больничной палате. Но я все же надеюсь, что нет. Понятно. Будем искать. Надо быстрее. Так, хорошо. Это я понял, где мы. Там ничего не осталось в комнате? Просто проверить. Судя по всему... Подожди, что это? Алин. Странно. Хорошо, уходим. Так, и в итоге у нас получается следующее. Офис ресепшн мы прошли, emergency прошли. Теперь у нас где-то рядом тут комнатушка. Да. Раздевалки. И дыра в свою комнату. Хорошо, давайте навестим, посмотрим, может что интересное произойдет. Всегда интересны детали. Я так понял, в этой игре, в эту игру не стоит играть, чтобы пройти ее. В эту игру стоит играть, чтобы именно постигать. Просто находишься в этом месте, и постоянно происходит что-то интересное. Так, за окном все по-прежнему, да? В реальном времени, кстати говоря, то есть в реальном мире. Ты посмотри на этого психопата. В реальном мире уже вечереет. Так, что-то новое? Нет. Опухоль на стене по-прежнему растет. Так, и что тут? Ничего? Ладно. Давай-то посмотрим, что в комнате Алин. Ну, я не думаю, что там сейчас что-то происходит. Просто сидит кролик с окровавленной мордой и по-прежнему смотрит в нашу сторону. Это жутко. Да, он еще и указывает на нас. Я думаю, настанет такой момент, когда он просто начнет шевелиться. Это будет самый страшный момент прохождения, считаю. Так, ты там что, как? Растешь все? Погонь. Психопат по-прежнему ходит. Психопатка по-прежнему висит около окна. Но, скорее всего, это нечто другое, более дикое и более печальное. Так, хорошо, по радио, может, что новое. And on a lighter note, we have a new addition to the zoo. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, and both mother and child are reportedly doing just fine. Окей. Вроде как все. Но пока что хватит. Пойдем. Я так понимаю, в той комнате, в которой сначала брызнула кровь, именно в ней как-то и образуется эта дыра. Хотя, может, и нет. Хорошо. И мы снова здесь. Это место меня беспокоит. Так, хорошо. Это что?
Ее сумочка? Что женская сумочка делает здесь? Она должна быть Алин. Взять? Давай. Этим можно нанести некоторые повреждения. Вы издеваетесь, что ли? Медицинская карта ребенка. Понятно. Я думал, почитать можно. Птичка. Хорошо. Так, и что? Ну, лежит она. Взять-то ее все равно не могу. Нет, похоже, ничего. Но наш герой по-прежнему смотрит сюда упорно. Это тупо. Я попробовал. Все, пойдем. Знаете, мне кажется, вот эта вот дверь — это последнее место, куда нам нужно идти. А это лифт вообще. Так что мы успеем туда еще сходить. О-хо-хо. Тихо, 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 тихо. Да, ты посмотри. Да, блин. Падай. Падай. Все топчем. Так, одна отъехала. Вторую добиваем. И какие-то такие мерзостные, такие... Ох, пакость. Лежит труп. Восстанавливает очень много здоровья. Продолжает увеличивать его какое-то время. Полезно. Что это вообще такое? Какие-то... Я не знаю, что это вообще? Части тела, что ли? Все, валим нафиг отсюда. Не люблю такие места. Так, ну и у нас осталось тут... Операционная, хирургическая, похоже, да? В которой я вижу питательный напиток, который мы оставим на потом. Лампа сломана. Она лежит на операционном столе. Окей. И осталась одна комната вдали, в дальнем коридоре. Которая не поддается. Отлично. Так, ну хорошо. Это лифт, но дверь или кнопка сломаны, и он не движется. Отлично. А, вот еще, смотри. Лестница. Не самый приятный госпиталь такой, да? Ужасный просто. Вот это место мне... Ох-ох-ох, икона, мать! Так, хорошо, что мы с этим будем делать? Я так понимаю, они сейчас... Тихо. Длинный коридор смерти. Что может быть лучше? Спокойно. Камера, прекрати. Он работает? Нет вообще? Заперто. Открыто. Палаты. Блин, это мне очень напоминает госпиталь. Как его там? Мерси госпиталь, по-моему. И у нас, кстати говоря, уже 9 ячеек забито, поэтому надо будет сходить сейчас. И повыкидывать все. Тем более, тут вон какой повод, отлично. Падай ты, мать твою, падай. Сейчас вторую уроним, и все будет хорошо. Так, минус тебе. И на тебе второй. Это не хватило, смотрю, да? А нет. Это что еще? Это, наверное, кожа. Пахнет ужасно. Должно быть свежее. Мой бог, это человеческая кожа? Пипец.
худший госпиталь в мире. Тихо, тихо. Там кто-то лежит опять. Да что это за место такое? Так, свободно. Нет, еще жива. Хорошо. Стерильная комната, в которой лежит труп. Очень стерильная. Стерильнее просто некуда. Офигеть. Каждая комната лучше предыдущей. Что это делает в нем? Кстати, заметьте, насколько он похож на главного героя. Это мертвое человеческое тело. Он не просто похож, это Генри. Посмотри, даже вырез на рубашке такой же. И прическа. Так, ну-ка напишите в комментариях, что все это значит. Потому что я знаю, что, блин, это все не просто так. Отлично. Это длинная штука. Что это, черт возьми? Это что-то вроде пуповины. Пуповина. Ох. Какая пакость. Так, и все, да? Ладно. Тихо, тихо, воу-воу-воу. Так. Я ненавижу крючья, поэтому это самая худшая комната в мире. Какой ужасный запах, что под этой тканью? Вот я прям не знаю. Судя по всему, человек распятый. За простыней. Стена для предотвращения самоубийств. Тихо, тихо, тихо. Япона, мать. Твою дивизию, это... К этому нужно вообще подходить, нет? Я валю. Просто валю. Подожди, не-не-не. Тут же что-то лежит, нет? Так и не увидишь. Вон, на полу. Нет? Это мне не нужно, похоже. Нет, ребята, это ненормально. Это что-то просто перебор уже. Валим, валим. Так, я маленько запутался. Это, наверное, кожа. Пахнет ужасно. Из нее что-то торчит. В середине куска кожи все еще есть немного мяса. Немного мяса, которое обкололи шприцами. Это не просто больной госпиталь. Это просто... Край. Просто край. Все. Теперь... Полно всяких медикаментов, но я не знаю ни одного из них. Теперь мне по-любому нужно возвращаться. Потому что у меня забит инвентарь. Подожди, что это? Что-то там, типа порошка какого-то, что ли? Ладно, все, уходим. Ой-ой-ой. Лифт не работает, точно? Он же ехал вроде. Ой-ой-ой. Хотя нет, взломаем сейчас. Давай, падай уже, мать твою, за ногу. Давай, получай. Слабачка. Жива еще, нет? На тебе второй раз. Офигеть. Все сломано, кроме кнопки открыть-закрыть. И зачем мы сюда ходили тогда? Видимо, для подраться.
Вон оно что, понятно. Так, это, кстати, интересно. Но сюда мы двинемся уже, я думаю, в следующей серии. Сейчас пойдем домой, смотримся. Хотя нет, времени у нас еще до хрена. Шучу. Это просто ненормальный госпиталь. Особенно это лицо Алин. Прям реально до мурашек. Вроде как все в порядке, да? Я вот эту картину смотрел, нет? Может быть, это просто мое воображение, но я чувствую что-то похожее на страх, исходящий от этой фотографии. Сними. Вырезки журнальных статей. Но я не помню, как их вырезал. Ай. Психопат по-прежнему ходит кругами. В остальном ничего не меняется. По крайней мере, я не вижу. Так, ладно. Что тут? Здесь по-прежнему все очень плохо. И дыра, по крайней мере, закрыта. Не знаю, почему-то мне стало спокойнее, когда эта дыра закрылась. Сложно сказать. Так, хорошо. Смотрю, уже давно ничего не было тут, да? Казалось бы, раньше при каждом удобном случае происходило что-нибудь. А теперь прям все замерло. Так, хорошо, может, по радио что нового? Nope. А там по-прежнему, я думаю, зайчик стоит и указывает в нашу сторону. Вернее, сидит. Или он стоит? Нет, сидит. Сидит. Сидишь все, касатик. Так, хорошо. Не послышалось? Вроде бы да. Так, мы скидываем патроны, мы скидываем вот этот вот ножик для бумаги, обе аптечки, ампулу, вот это пусть лучше у меня лежит, мне так спокойнее. Так, это нам уже не нужно, потому что апартаменты уже кончились, по сути. Эту сумочку мы, в принципе, тоже уберем, ну ее нафиг. Ух, хорошо. Так, ну что, давайте наведаемся, что там на первом этаже такое. Мне прям интересно стало. Хотя, давайте сначала на второй этаж, потому что мне кажется, что вот это место, это то, что нам не нужно. Вернее, нужно, но для того, чтобы полностью уже пройти в какое-то место невозврата, поэтому потом. Сначала наверху все закончим. И там, судя по всему, все равно какой-то ключ надо, что ли. Сюрреализм. Так, тут мы не были. Вот здесь, да? Опять эти полипы. И откуда-то прямо с потолка идет дождь. Мы привыкли, бывает. Это мокрое от дождя? Откуда дождь в комнате вообще? Так, окей. Это все было сделано просто так, да? Ну, ладно. Меня сильно беспокоят вот такие вот подробности, типа разбитых стекол. И там кто-то висит в вентиляции или нет? Ой, так, висит, по-моему. Я вижу кого-то по ту сторону сетки, но он не двигается. Неужели это труп? Ужасная вонь доносится со стороны разбитого стекла. И очередная клюшка для гольфа. Четвертый номер. Быстро ломается, вот что в них плохо. Так, хорошо.
Туалеты? Нет. Рентген. Рентгеновские снимки на полу. Айлин? Здесь к доске прикреплены рентгеновские снимки. Это снимки Айлин. Фотографии на стене. Так, ну, судя по всему, все, да? Смотри, комнат еще полно. Куда нафиг? Плохие места. Одно хуже другого. Это же просто... Ой, а что так медленно? Прилипаю к этой гадости на полу. По крайней мере, есть патроны. Отлично. Так, все, на... пакость. Уходим. Я... Это было нормально, нет? Ух. Засохшие цветы. Их может полить чем? Святая свеча. Особая свеча. Эффективно против призраков. Действует моментально. Просто зажгите ее и поместите на любую твердую поверхность. Хм. Хорошо. Так, мне нужно, нет вообще в эту комнату. Все пропало, шеф. Не знаю, что тут было, но этого теперь уже точно нет. Раскрошило этими иглами на потолке. Что это такое? Здесь вообще как-то в этой игре, в этой части затронута тема пуповина, да? Здесь буквально все на нее намекает. Это, по-моему, не очень хорошо. Что ты видишь тут? Я ничего не вижу. Питательный напиток. Не знаю, где он там был, но где-то он его взял. Хорошо. Отлично. Что за черт? Я вижу, что из-под ткани виднеются чьи-то ноги. И все? Это нормально? Ну, хорошо, ладно, допустим. Слишком много инвалидных колясок. Ненавижу инвалидные коляски. Еще после третьей части. Там тоже этого хватало. Так, эти патроны сказали беречь, как зеницу ока. Револьвер сказали круто. Так, подожди, этот был? Этот не был. Отлично. Мягкий, приятный полуденный свет льется из окна. Тут идет время по-другому. Или это что-то типа света из рая? Странные вопросы, Генри. Хотя, с другой стороны, увидев вот это вот все, я бы уже не сомневался. Что потусторонняя жизнь существует. Вот же, блин, эта штука жутко воняет. Что же это такое, черт возьми? Это части тела, Генри. Какие-то перевязанные. Капец. Так, окей. Мне уже не нравится эта комната. Что это? Змея? Это ключ. Взять ключ. Взять. О, твою мать. Тихо. Окей. Мы взяли ключ. А, он не пропал. Фух. Ну, по крайней мере, напугал. Так, тут мы были. Что же это получается? У нас получается... Все? Надо идти на выход. Круто. Ой-ой-ой, тихо. Нормально.
Ну, в принципе, я так понимаю, здесь не так-то много дел осталось. Вот там он, где была шахта лифта, там, похоже, находится камера Айлин. Туда мы пойдем уже точно в следующей серии, потому что теперь время уже подходит. Нам осталось осмотреться, и, в принципе, на сегодня это все, ребятки, наверное. Потому что, как-то много сегодня всего произошло. Этот мир, он какой-то больной. Я не знаю, мне в нем жутко находиться, поэтому нужен передых. Так, по-прежнему ничего за окном, да? Ну да. Здесь все спокойно. Там по-прежнему лезет тварюшка из окна. Ой, не из окна, а из стены. Здесь по-прежнему тихо. Это странно на самом деле, потому что, блин, ну я не знаю. Там кролик, я думаю, по-прежнему тоже смотреть особо не на что. Мы сейчас посмотрим все равно. Здесь по-прежнему статика. Такое ощущение, что в какой-то момент игра замерла. Просто и ждет чего-то, что произойдет очень скоро. Здравствуй, кролик. Как дела? Ну что, давайте на этом закончим. А теперь мне нужно передохнуть, потому что эта игра реально давит. И психик просто временами, вот это вот, когда такие бабайки лазят, и такой сюр. Я обычно не люблю сюр, как я уже неоднократно говорил. Сюрреализм — это что-то такое, что для меня, человека прагматичного, просто кажется полной бессмыслицей. Как правило, я люблю реализм в хоррорах, и что-то близкое к Криофиру, скажем, пугает меня именно тем, что там мужик с бензопилой за мной гонится, и ты постоянно такого ждешь. А здесь давит именно тем, что ты не понимаешь вообще, что происходит, и при этом творится реально чертовщина какая-то. Но в этот раз мне почему-то это нравится. Не знаю, необъяснимо. И я не могу сказать, что этот Silent Hill хуже других. Я могу сказать, что он не хуже других, потому что он реально крутой. В нем очень многое, но пока, по крайней мере, сделано криво в плане боевой системы, скажем. Ну, мне не нравится. А в остальном, блин, это реально очень оригинальная игра, похожая на которую я, честно говоря, и припомнить не могу. И очень крутая. Надеюсь, вам тоже нравится. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.